это наш Владимир Владимирович младший. Родился с весом 3,365 грамм на 37-й неделе. Очень спокойный, очень положительный. Тьфу, чтобы так дальше было. Не знаю, я был готов летать, я не знаю, с чем это можно сравнить. Мы с женой решили просто каждый его день сделать счастливым. Эмоции были потрясающие, потому что это очень долгожданный ребенок. Ну, ни одна беременность не бывает прямо гладкой, чтобы все было хорошо. Было тяжело, но мы все справились. Все хорошо, самочувствие после операции, можно сказать, замечательное. Ну, мы с Вадимом Павловичем очень много лет уже знакомы. Мы к нему ходим уже очень-очень долго. Это вообще самый-самый лучший врач. Ну, а на протяжении беременности самое главное, что мы доверились полностью нашему врачу. Да, мы очень послушные родители. Но для нас было самым главным, это вот результат. Это живой, здоровый ребенок. Ну, так что ожидания, в принципе, оправдали себя.